Добрый день, уважаемые участники проекта «Экосубботы» московских школьников. Традиционно прошу вас проявлять уважение к лектору и к другим слушателям. Не флудить, не играть с доской. Во избежание эксцессов камеры и микрофоны слушателей отключаются. Ваши вопросы прошу писать в чат. В конце лекции постараемся на них ответить. Сегодня у нас пройдет заключительная 9-я лекция образовательно-просветительского проекта «Россия и Океания», проводимого в рамках социального партнерства Московского детско-юношеского центра экологии и краеведения и туризма и фонда сохранения этнокультурного наследия имени Миклуха Маклая. Сегодня с нами на связи директор и основатель фонда имени Миклуха Маклая, потомок великого исследователя Николай Николаевич Миклуха Маклай. С удовольствием передаю ему слово. Дорогие друзья, добрый день. Я рад вас всех приветствовать, рад нашему партнерству. Я знаю, что вы до этого встречались с нашими исследователями Игорем Викторовичем Чениновым, который точно так же рассказывал вам об океане. И вообще регион, о котором мы начали рассказывать, океане, это 30% площади нашей Земли. И, разумеется, рассказывать о нем можно бесконечно. Сегодняшняя наша встреча, она в первую очередь будет посвящена нашим современным экспедициям и возрождением исследованиям в этом регионе, нашим последним экспедициям в 2017-2019 году. И также мы расскажем, безусловно, о причинах, почему мы вообще решили это делать и возобновить эти исследования. Меня зовут Николай Николаевич Миклуха Маклай, я потомок и являюсь двоюродным праправнуком нашего отечественного этнографа, гуманиста, ученого, человека, который действительно на тот момент считался естествоиспытателем, или, как многие говорят, сейчас это натуралист широкого профиля, последний натуралист широкого профиля, человек, который объединял в себя знания достаточно многих наук, и, несмотря на то, что хорошо разбирался и в отдельных дисциплинах, безусловно, для того, чтобы проводить свои естествоиспытания, свои исследования, тем более в далеком регионе, был подготовлен всесторонне. И давайте мы немножечко с вами коснемся с вами региона, потом расскажем о причинах, как я вам сказал, о наших экспедициях, и дальше я буду вам благодарен, если у вас будут вопросы, потому что наверняка вы сталкивались с этим регионом, и наверняка вы сталкивались с информацией очень часто недостоверной об этом регионе. Давайте в двух словах тогда немножечко поймем, что это за регион. Потому что если мы будем говорить о океане, то регион, который включает в себя более 25 тысяч островов и площадь 8 миллионов квадратных километров, как я ранее сказал, это 30% нашего площади нашей Земли. И несмотря на то, что кажется этот регион, если мы смотрим на карту, сравнительно небольшим, то если мы внимательно присмотримся, то от берегов Австралии до южноамериканского континента он простирается. И говоря о масштабах, для более детального представления, можно отметить, что самый крупный остров в этом регионе – это Новая Гвинея. Самое крупное государство – это Папуа Новая Гвинея, куда конкретно мы и отправились. И именно на северо-восточном береге этого острова и этого государства мы как раз и проводили свои исследования. Ну а площадь острова, она больше, чем Германия и чуть меньше, чем Франция, то есть достаточно большое. Если говорить о самой Папуа Новой Гвинеи, то это государство, занимающее правую часть этого острова, и население у нее более 8 миллионов, то есть сейчас уже около 9 миллионов человек и растет с каждым годом. 13 независимых государств в этом регионе, и помимо 13 независимых государств еще и есть самоуправляющиеся территории, поскольку островов достаточно много, и традиционно сложилось, что там достаточно серьезное влияние Австралии, Новой Зеландии, Франции и Соединенных Штатов Америки. И если говорить о народах, населяющих этот регион, то ученые считают, что еще 60 тысяч лет назад
острова Океании практически не были заселены. И в основном океанийские народы – это народы, которые пришли из Юго-Восточной Азии. Так вот, мы видим также, что на три региона разделена Океания – это Меланезия, Микронезия и Полинезия. Сегодня мы будем говорить о Меланезии. Соответственно, в тот период, который относится к периоду, когда Микуха Маклай, мой двоюродный прапрадед, оказался на острове Новой Гвинеи, это тот период, когда ученые считали, что эти народы не являются даже людьми. Их считали промежуточным звеном между обезьяной и человеком. И путешествие на подобный остров был очень опасным. Люди, которые посещали его, бесследно пропадали, а некоторые, соответственно, даже просто проходя мимо него, боялись его посещать. Мы, кстати говоря, должны с вами еще и вспомнить по поводу Новой Гвинеи, потому что Новая Гвинея, мы знаем, что часто путают, поскольку я очень часто с этим сталкиваюсь, с Гвинеями, которые находятся в Африке. Так вот, Новая Гвинея, она ближе к Австралии, как вы видите, о ней мы сегодня будем говорить. А почему к Африке? Потому что в Африке есть три Гвинеи. Гвинея, Гвинея-Бисау и Экваториальная Гвинея. И всего четыре Гвинеи есть на земном шаре. Одна из них, которая относится к Океане. Давайте мы тогда с вами поймем, насколько было сложно Микуха Маклаю. Дело в том, что людей, которые населяли этот остров, не считали людьми, и, к сожалению, это было принято для многих океанических народов, потому что работорговля раньше практиковалась, и, разумеется, заниматься работорговлей можно было легко и без проблем, если людей, которые ты торгуешь, можно не считать за полноценных людей. И вот это, к сожалению, всего лишь 150 лет назад в нашем мире практиковалось. Обязательно надо помнить об этом, потому что понимать, насколько это было недавно, и ни в коем случае не допускать подобных вещей. Так вот, Микуха Маклай был первым человеком, который, как ученый, доказал, что это лживые, абсолютно необоснованные мнения, путем того, что просто поселился среди папуасов, среди тех кровожадных, как многие считали, неполноценных почему-то людей, и доказал, что они достаточно прогрессивны во многом, несмотря на то, что когда он оказался там, это были люди, которые не знали даже, что такое железо. То есть они фактически, как мы считаем, находились в каменном веке. И несмотря на то, что нельзя это сказать с точки зрения исторической эпохи, что это каменный век, то с точки зрения использования железа, то Микуха Маклай на северо-востоке острова первый, который принес им железо, и слово «топор», железный топор, который он привез, оно до сих пор русское на этом берегу. Поэтому очень было приятно это увидеть и услышать. Так вот, одна из главных причин, почему непосредственно у него получилось с ними наладить эти отношения, и он остался в доброй памяти до той степени, что мы даже привели с легкостью, не с легкостью, но многим проще все эти контакты благодаря памяти о нем, это то уважительное отношение к этим людям, то невмешательство, которое он пропагандировал. И вот эти вот гуманистические идеи пропагандирует и наш фонд, и благодаря этому именно у нас и получились наши экспедиции. Идея возобновить экспедиции и вообще посетить остров Новой Гвинеи у меня возникла еще с детства. Я наблюдал на карту, смотрел на карту и видел, что это достаточно далеко. Так вот, как в то время, когда я жил, это Советский Союз, и мало кто выезжал за границу, и было проще даже добраться до космоса, потому что было понятно, по крайней мере, что нужно сделать, чтобы стать космонавтом. Нужно было пойти учиться, и были шансы. А вот что сделать, чтобы добраться до Новой Гвинеи и увидеть этих людей, которые были на Новой Гвинее, на тот момент было достаточно сложно. Но все-таки была экспедиция, была советская экспедиция по следам Микуха Маклая в 1971 году, именно на столетие после первой высадки Микуха Маклая, и потом повторилось еще в 1977 году. Экспедиции были очень краткосрочные, буквально несколько дней, 4 дня в первый раз, около недели во второй. Но в связи с тем, что Микуха Маклай оставил хорошее наследие и достаточно много записей, было очень удобно и эффективно работать нашим ученым. Они сделали большой материал, на основании которого мы уже
в нашей советской, в нашей современной экспедиции, мы уже его использовали и опирались на него. Так вот, если вернуться, как добраться, выяснилось, что в наше современное время, когда нам кажется, что все страны доступны, когда все очень легко и просто, и в интернет можно залезть и узнать практически обо всем, выясняется, что в Папуа-Новой Гвинеи не так много кто и ездил. А я бы сказал, что из россиян, те, кто ездил, почему-то рассказывали не очень достоверную информацию. Было сомнительно после того, как я уже сейчас там оказался, уже 5 раз был, было все сомнительно сейчас мне, что они вообще там были. Дело в том, что несмотря на дипломатические отношения, Советский Союз признал Папуа-Новой Гвинеи один из первых, у нас было вот недавно 44 года дипломатических отношений, визовый режим не был налажен. И объяснить, как добраться до туда без виз, было достаточно... У меня не было ответа. Мне повезло. И нашелся человек, который поспособствовал этому. Но не сделал визы, а просто сделал список тех людей, которые ехали со мной. Потому что помнили, что Миклуха Маклай был очень уважаемый человек. И узнав, что я его двоюродный праправнук, они решили поспособствовать этому. Со мной была команда ученых из Института этнологии и антропологии города Москвы имени Миклуха Маклая и кунсткамеры, в котором, кстати говоря, это музей кунсткамеры, в которой, кстати, хранится самое большое, ну, во-первых, это первый музей в России, действительно официальный музей, а во-вторых, хранится самое большое наследие предметов, собранных в океане. Он может похвастаться даже количеством этих предметов с некоторыми австралийскими, американскими музеями, новозеландскими, потому что, несмотря на то, что территории там французскими музеями, несмотря на то, что эта территория в большей степени принадлежала влиянию тех стран, у нас, благодаря Миклуха Маклая, сохранилось очень большое наследие. И вот мы с этими учеными, Ариной Лебедевой, Игорем Викторовичем Чениновым, отправились в эту экспедицию. Почему же в первую очередь я решил сделать эту экспедицию научной? Ну, как выяснилось, именно благодаря исследователям, которые знали базово, каким образом нужно подходить к исследованию, как это правильно описывать, у нас сохранилась информация о острове Новой Гвинеи, о папуасах, и благодаря именно этим исследованиям Миклуха Маклай когда-то доказал, что они абсолютно полноценные люди, и нельзя их считать каким-то переходным звеном. Поэтому для меня было важно взять не блогеров, которые напишут что-нибудь поострее, что-нибудь поинтересней, а для меня было важно взять тех людей, которые очень четко, основываясь на фактах, опишут именно так, чтобы последующие поколения, вы в том числе, смогли основываться не на информации, которая очень часто в интернете не является достоверной, а на основании, пускай в интернете информации, но, по крайней мере, тех специалистов, которые там были и которые имеют имя. Так вот, эти специалисты сделали уже немало статей по итогу. Если вы обратитесь к нашему сайту, обратитесь к лекциям, вы сможете полноценно узнать об этом мире, не искаженно, принять для себя решение, насколько он интересен вам. И для меня этот мир был исключительно интересен, потому что я зачитывался дневниками Миклуха Маклая, которые были опубликованы. Так же, как, кстати говоря, и многие в моем поколении, не только лишь из-за того, что это мой родственник, а потому что это действительно было очень интересно. Это первый человек, который начал изучать людей, их быт, действительно описывая его во всех подробностях. Мы сейчас с вами пройдемся по нашей экспедиции, и это уже будет достаточно быстро, потому что мы рассказали вам о Миклухе Маклае, а вот наше путешествие, оно заняло 6 дней. Это путешествие, которое на самолетах вроде не должно занимать так долго времени. Но именно с проблемой с визами, как я вам сказал, даже та поддержка, которая вначале была оказана, она не сразу сработала. И мы 4 дня летали туда-сюда не смогли сразу же оказаться в городе Порт-Морсби. Поэтому первое путешествие было очень сложным. А последующие, кстати говоря, так же, как и сейчас, я должен отметить, если вы захотите отправиться туда, то визовый режим уже налажен, в том числе, я бы сказал, даже и в первую очередь благодаря нашим экспедициям, благодаря интересу к этому региону. И сейчас за 15 минут вы можете получить визу и отправиться туда. Но это также займет у вас 1,5-2 дня. Итак, мы оказались на берегу Маклая. И вот если мы видим берег Маклая,
то мы видим как раз то место, где Николай Николаевич высадился, это хижина Миклухомака, и вот там же как раз и мемориал, где конкретно это все делает. Дальше у нас с вами сама экспедиция вторая, вот тут показана, я внимание в первую очередь на то, как нас встречали, потому что именно встреча, которая у нас была, она изменила отношение полностью к тому, что делал Миклухомака, и к тому вообще, что нам надо делать. Наша цель посмотреть, что изменилось за последние 40 лет и за последние 146 лет после первого визита. Потому что, ну, вы видите, вот ребята одеты в национальные костюмы, и многие считали, что они недалеко ушли абсолютно от своего быта. И в большинстве случаев я с вами соглашусь, что это люди, сохраняющие традиции и использующие абсолютно в большинстве своем, начиная от хижин, заканчивая одеждой, так же, как и во времена Миклухомака. Но мы должны понять, что это удобно, что климат 27 градусов ежегодно. И, разумеется, они должны сохранять комфортную одежду. Например, у Миклухомака во время его путешествий был костюм хлопковый и хлопчатый. И это было дискомфортно, потому что промокая, он достаточно долго высыхал. Несмотря на то, что это использовалось раньше повсеместно, ну, вот таким вот образом. Значит, дальше мы с вами посмотрим, что у нас происходит. Это флаг, который они поставили во время первой экспедиции. Это нас, конечно, шокировало, потому что мы не планировали проводить никаких российских акций, но планировали наши друзья папуасы, они поставили российский флаг, встречали 3000 человек нас, и мало того, что флаг, они еще и сделали для нас, пели гимн, сделали для нас еще так называемый танец син-син, пантомиму, полностью показав, как вот встречали Миклухомака 150 лет назад. И когда ты видишь это, ты понимаешь, что люди очень четко сохраняют свою историю, являются в большей степени даже примером того, как стоит это дело сохранять, несмотря на то, что в большинстве своем они ее не записывают, а передают из уст в уста. Ну и давайте посмотрим, что дальше, потому что именно передавать из уст в уста историю могут только старейшины. Вот один из них это потомок Туя, Ебой Туй, вообще сейчас там и Есель, и Ебой Туй. Туй – это первый папуас, который встретил Миклухомака, и вот мы видим его в рисунок. Вот эту историю из уст в уста они передавали, и вот это вот тот внешний вид, который, с которым встретил Миклухомака, и вы видите, очень сурово он смотрит, но это за этой суровостью исключительная доброжелательность для тех людей, которые приходят к нему, к ним с добрыми намерениями. Они очень, кстати, похожи на нас, потому что вот я не видел, чтобы люди в России повсеместно улыбались. Ну, как бы к чему, да, просто так улыбаться. Вот я помню, что мне бабушка говорила, смех без причины – признак дурачины. Ну, в других странах немножко другая культура. У нас в большей степени все-таки мы улыбаемся и рады видеть тех, которые приходят к нам с добрыми намерениями. И это такие же люди, которые вначале очень сурово смотрят на тебя, но если ты им улыбнешься, покажешь и расскажешь, для чего ты к ним пришел, это будут лучшие друзья, которые будут всегда встречать тебя в дальнейшем, всегда с улыбкой. Ну, а это Майкл Самаре, это основатель государства, очень высокопоставленный человек, и человек, который даже носит на руках, в прямом смысле этого слова, его несли на палантине. Он специально приехал в эти джунгли, в которых мы оказались, в которых мы хотели провести исследование прямо в тех же самых местах по следам Миклухомака, чтобы засвидетельствовать свое почтение. И для того, чтобы провести конференцию, мы проводили телеконференцию, показали, как живут на берегу Маклая. И благодаря вот этой встрече у нас в дальнейшем наладились уже хорошие связи. И вот вы видите, Аселя Туя – это тот потомок того самого папуаса, который из уст в уста передавал
историю Микухамакая, и было очень интересно записывать эти истории. Вообще, какими исследованиями мы занимались? Ну, в первую очередь нас интересовало действительно изменение культурной динамики, что произошло за этот период времени, как влияют внешние факторы. Меня интересовала в большей степени эта история, которую они рассказывали о Микухамакае, как о своем фактически боге, потому что они на тот момент его считали человеком с луны за белый цвет кожи и за те возможности, которые он показывал, потому что, разумеется, имея топор, имея железо, имея свои навыки и знания, он для них был, ну, не просто магом. Он был бы выше, чем маг, фактически богом. Так вот, что передавали из уст в уста, это мне было интересно, эти истории записаны. И в фильме, кстати, «Человек с Луны» во многом это все дело отражено. Мне удалось собрать коллекцию при помощи моих коллег и наших друзей-папуасов. А папуасов, кстати, я их называю, потому что северо-восточный берег населяют именно этнические папуасы. А вообще населяют и меланезийцы, и полинезийцы, и принято и правильно говорить папуа-новогвинейцы. Потому что все-таки государство Папуа-Новая Гвинея, так же, как мы, россияне, несмотря на то, что в нашей стране населяет достаточно много национальностей, 190, как минимум, по статистике, только 27 в России официальных языков, на которых происходит преподавание. А, кстати говоря, в Папуа-Новой Гвинее их 867. В прямом смысле это очень много, это самая большая страна по количеству языков. По-моему, 20% всех языков сосредоточено в Папуа-Новой Гвинее. Так вот, язык, который именно на берегу Бонго записан Николаем Николаевичем Микухамакае. И вот благодаря некоторым словам мы вошли, конечно, в более хороший контакт. И в этом языке сейчас уже, как я вам сказал ранее, есть и русские слова, в том числе и кукуруза, топор. Ну, Маклай, само собой. И, кстати, Маклаями называют очень многих детей. Вы знаете, интересный вопрос возникал постоянно. Есть ли у меня там родственники? И наверняка Маклаями, которыми их называют, это кто-то из моих родственников. Нет. Исходя из уважения, они называют тех Маклаями для того, чтобы сохранить память о России и о Микухамакае. А родственников нету и не было у него там близких отношений по той причине, что он действительно в первую очередь занимался наукой. И, конечно же, подобный вопрос с моей стороны, который возник к старейшинам клана, сразу же был отметен, потому что они сказали, вы знаете, если бы мы бы очень хотели, чтобы Микухамакае поселился здесь, и чтобы у него была семья, но так не случилось, потому что он был слишком уважаемый для нас, и, разумеется, он не мог это сделать, потому что у нее была, во-первых, уже в последующем и другая семья. А это вот фотография хорошая после нашего танца «Синг-Синг» с той командой, которая нас встречала. Очень ребята подтянутые, крепкие, ну, потому что всегда на природе. И одной из интересных особенностей, несмотря на то, что близостью к морю, вот именно вот этот клан, это племя, оно практически не использует рыбу. В основном они огородники и очень мало потребляют белка. Например, свинью они поедают только во время праздника процесса инициации, посвящения мальчика мужчины. А, соответственно, белок, как мы знаем, нужен в большей мере. И вот как некоторые считают, что достаточно немало их нужно для роста. Так вот, они абсолютно отличаются рационом питания. И одно из исследований, которое мы планируем следующее провести, позволит нам понять, насколько же действительно правдива та история, то предположение, которое говорит о том, что нужен определенный процент белка для роста, и можно ли в определенном климате его использовать в меньшей степени, насколько меньше, и к чему это приведет. Это достаточно важно, потому что мир меняется, и нам нужно понимать, как адаптироваться, например, даже само по себе проживание в тропических условиях, тот опыт, который у нас есть, исследований именно этого этапа, он позволяет нам действительно дать информацию очень важную. Вот, к примеру говоря, хижины и то, как у них чисто. Вот хижины построены так, чтобы они вентилировались со всех сторон, и семья живет в основном, несмотря на то, что есть хижина рядом с хижиной, там нету окон, есть они, но не для того, чтобы там проникал достаточно свет, а в большей степени для вентиляции. В этой хижине, кстати, где мы жили. Микухамакае жил, как я вам ранее сказал, на берегу, на самом Макае.
Так, ну и давайте смотреть дальше. Вот сам рисунок Микухамакай. Лодки с аутриггером. Это те лодки, которые используются повсеместно недалеко от берега Макая. Аутриггер – это вот этот балансир. Очень хорошо они справляются, очень легкие лодки, и он нужен для того, чтобы, может быть, загрузить какую-то покажу для перевозки. В основном это для путешествий на недалекие расстояния. А если это нужно преодолеть более длинные расстояния, то тогда, конечно, лодка больше намного. Так, и смотрим, что у нас дальше. Вот, кстати, по поводу детей. Дети заняты всегда делом, в основном сбором кокосов, помощью родителям. Никто с детьми не играет, они сами себе находят дела, очень позитивные. И вот видите рисунок Микухамакай Ахмата, это вот как раз когда он был в своем путешествии, это и был его один из помощников в начале, в одном из путешествий последующих, не первом, а втором уже. А это вот так вот выглядит современное племя на берегу Макая. Лидер племени, почему я говорю лидер, избирательная должность, несмотря на то, что клан и семья это очень важно для берега Макая, и вот эта вот семейственность, она позволяет им держаться очень хорошо, поддерживать друг друга, обучать, сохранять традиции. Так вот, лидер клана – это должен быть человек, который заботится абсолютно обо всех, а не о своих интересах, а обо всех в племени. И если, например, он уходит от этого, то эта должность у него отнимается. Поэтому, несмотря на то, что у лидера клана есть преимущество предложить своего ребенка для того, чтобы он занимал следующий пост, это может быть решено только на собрании клана. Ну и давайте, что у нас дальше. Путешествие первое было после дам Микухамакая, а он достаточно много времени провел в Австралии, даже и женился в последующем на Маргарет Робертсон Кларк, которая родила ему двух сыновей, и Александра и Владимира. И Микухамакай также был одним из родоначальников австралийских науки. Дело в том, что его пригласили как действительно выдающегося ученого, и он в Австралии построил первую биологическую станцию, которая изучала прибрежные воды, экологию прибрежных вод. Кстати говоря, такая же биологическая станция по его инициативе, его проекту была построена в Севастополе. И она сейчас есть, как раз изучение южных морей Мирового океана, южных морей происходит именно благодаря тому, что он на совещании, на конгрессе естествоиспытателей предложил эту идею осуществить, и вот она первая была осуществлена в Севастополе по его инициативе, и там же памятник ему стоит, но без физического его участия, а здесь он сам участвовал прямо в строительстве и даже проживал на этой станции до того, как не покинул Австралию и не вернулся в Россию, безусловно. Так, ну и что у нас дальше? Это о второй экспедиции. Я вам должен сказать, что именно то отношение, которое было к нам, и тот материал, который мы собрали в первой экспедиции, он дал толчок для того, чтобы действительно изучение океании, изучение острова Новой Гвинеи начало возрождаться. Потому что мы должны понимать, что если мы сохраняем традиции и продолжаем их, то сохраняется и то, что было сделано ранее. Если мы не используем это в настоящей жизни, к сожалению, мы все это теряем. Поэтому было очень важно подключить ученых для последующей, второй экспедиции. Это было более сложно организовать, потому что вроде бы все сказали о том, что те, кто мне ранее помогал, потому что это достаточно еще и финансово серьезная нагрузка, что ну, ты вроде бы провел уже одну из экспедиций, зачем еще? И когда мы объяснили, насколько мало, к сожалению, времени, несмотря на то, что экспедиция была комплексной, мы провели, и как много мы можем сделать в дальнейшем, мы получили поддержку. А по итогу этой второй экспедиции у нас была задача не только провести время в джунглях, а и организовать культурные связи. Вот мы видим сейчас Джека Симбу на фотографии со мной. Это президент фонда имени Микухамакай в Папуа-Новой Гвинее, организованного, между прочим, по их инициативе
на их средства, и они занимаются тем, что сохраняют именно с нами контакты с Россией, с которой, кстати говоря, вот эти контакты благодаря нашей экспедиции начали налаживаться не только между фондами, но и благодаря именно тому, что я по моей инициативе и с моей командой из нашего фонда была организован визит первых папуа-новогвинейцев в современной истории России, которые посетили Москву и Петербург. И вот вы видите впереди команду из 4 человек. Это преподаватели университетов. В Папуа-Новогвинее 85% людей занимаются сельским хозяйством, в основном проживают в деревнях. Вот 15% проживают в городах. И то преподавание, которое у них есть, обучение, у них проходит при поддержке австралийцев на английском языке. Поэтому они все хорошо знают английский язык, и плюс еще парочку своих, потому что, как вы помните, языков там много. И они оказались здесь по нашим приглашениям, мы организовали. Вы сможете также, кстати, посмотреть фильм «Путешествие папуасов в Россию». Фильм очень интересный. За 26 минут вы узнаете о том путешествии, которое они совершили при нашем участии, и они познакомились с Россией. После этого возник вопрос, ну хорошо, мы хотим знать больше России, и не только за тот визит, а давать возможность познакомиться и другим. И мы организовали с Денисом Багело, который вот стоит рядом со мной, держит матрешку, организовали российский культурный центр, мы его называем кабинет русского мира. Почему? Потому что он рассказывает о русском мире, о русском языке, о русских традициях, и он сейчас даже функционирует дистанционно за счет наших социальных сетей, обеспечили их компьютерами, и каждый, кто приходит, он может узнать о русской культуре, узнать и познакомиться. 12 декабря мы этот кабинет открыли при поддержке наших партнеров и при поддержке МИДа, который точно так же сейчас налаживает связи уже на своем уровне. Ну и что у нас дальше? Значит, ну а дальше, конечно же, сами сборы к экспедиции. Закупка продуктов, покупка обязательно свиньи. Свинья, я вам должен сказать, как я вам говорил ранее, это большая серьезная большая традиция, серьезное поедание в прямом смысле этого слова всеми близлежащими деревнями. Так вот, я не мог, конечно, ее не привезти, она очень дорого стоит там. Ну, для примера могу сказать, что это 2-2,5 тысячи долларов большая свинья. Вот, безусловно, это очень большая свинья, которую ты везешь отдельно, но это намного дороже, чем в России. Но это и праздник, который мы устраивали. Этот праздник, кстати говоря, теперь они стали устраивать не только по случаю непосредственно того, когда у них мальчик становится мужчиной, это процесс инициации, а и по случаю точно так же, когда приезжает российская экспедиция. Поэтому, видите, у них теперь такие традиции. Ну, мы высадились на берегу, и давайте смотреть дальше. Что же у нас происходит? Дальше нас ждали танцы синг-синг, как я вам говорил ранее. Это, знаете, часть традиции. Несмотря на то, что они христиане, и католическая миссия пришла достаточно давно, вот, но все равно вот те традиции, которые у них есть, они неискоренимы. И вот этот танец – это часть той традиции, часть той веры, когда они во время своего танца выбивают всю негативную энергию, становятся исключительно положительными людьми, просят у своих богов, чтобы они оказали им поддержку в том или ином. И, разумеется, еще и хорошая физическая подготовка благодаря этим танцам. Ну, вот танцы эти проходили, и мне повезло, помимо танцев, поскольку я был их участником, еще и быть в качестве человека, который участвовал в охоте на свинью, на дикую свинью, это уже маленькая свинья, и в рыбалке, несмотря на то, что я сказал, что там в некоторых деревнях нету охотников, которые занимаются рыбной ловлей, но я ушел чуть дальше, и вот мы с ребятами были на настоящей рыбалке, очень интересно. Посетили мы также деревеньку Бильбиль, сделали интересные горшки. Они раньше делали горшки с целью того, чтобы меняться с другими, без гончарного круга. Очень интересно. Получилось мне несколько горшков сделать. Там же они остались в деревне Бильбиль. Сохранили они, попросили оставить. Ну и что же у нас дальше? Дальше мы вот видим некоторые фотографии.
именно с того празднования. И я бы хотел посмотреть, чтобы как вот они одеты абсолютно идентично тому периоду, когда был Микуха Макай. Это позволяет им сохранять эти традиции. Я вот спросил Аселя Туи, старейшину деревень, по поводу, как им удается сохранять так традиции. Он сказал, что все очень просто. Дело в том, что наши дети живут вместе с нами. Они смотрят, как мы живем, они берут то самое лучшее, и никто ничего не придумал в одежде более лучшего и комфортного за последние 1000 лет, чем то, что есть у нас. И это очень важно, что люди не идут на поводу глобализации, которая, безусловно, их касается, безусловно, там достаточно много современных футболок с различными надписями. Но поверьте, это не есть признак цивилизации. А вот это то, что мы сейчас видим. Семья Аселя Туя. Семья Туя. И это семья, которая помогла во многом. Я часть этой семьи теперь. Я вхожу в клан и являюсь там Мабора, очень уважаемым человеком. Я имею тоже свою ответственность за сохранение традиции этой семьи, и когда я нахожусь в Папуа-Новой Гвинее. Я очень рад, что это мне удалось, потому что я могу смотреть на этот мир и изнутри точно так же, и видеть, насколько он уникален и интересен. И, конечно, все это произошло благодаря тому, что Микуха Макай оставил добрую память. И не просто добрую память, а действительно он боролся и делал для этих людей очень много. Еще одно из важных правил, которое было всегда у нас в семье, которое передавалось, это нужно держать свое слово. Я был поражен тому, что папуасы сказали мне, мы верили Маклаю, потому что он всегда держал свое слово. И вот это, наверное, потрясающе, когда ты можешь услышать голос, который вот 150 лет назад, может быть, говорил и твоему прапрадеду все это. Поэтому для меня это еще немножко личная история, разумеется. Я рад, что вы потратили сегодня время. В субботу у многих уже каникулы начались для того, чтобы встретиться со мной, послушать. И буду рад, если у вас есть вопросы. Большое спасибо, Николай Николаевич. Прошу участников писать свои вопросы в чат. Мы постараемся сейчас их озвучить и, возможно, ответить на них. Так, мы подождем какое-то время, пока кто-то пишет. А вот мне бы хотелось спросить у Николая Николаевича, да, рассказать подробнее о том, как проходит рыбная ловля, непосредственно процесс, то есть какими снастями они пользуются, леской и удочкой или сетями какими-то, если можно. Так, пока вопросов не поступает, благодарят Николая Николаевича. Так, вот есть вопрос. Расскажите немного о своей семье и предках до Микуха Маклая старшего. Николай Николаевич, вы слышите? Николаевич, отключился микрофон. Вот сейчас, Николай Николаевич, вы на связи? Николай Николаевич. У него проблемы с микрофоном, видишь, не шевелит.
По всей видимости, да, у Николая Николаевича какая-то произошла проблема с микрофоном. Вот сейчас я слышу вас. Ага, отлично, отлично, замечательно. Так, я выключил микрофон, а вы потом не смогли, написано, что не могу включить без вашего разрешения. Да. Так, вот есть вопрос в чате к вам. Расскажите немного о своей семье и предках до Миклуха Маклая старшего. Ну, так, неплохо сказано, немного. Расскажите о своей семье. Ну, если сказать только об одной линии, могу, потому что если говорить о семье, то корни нашей семьи мы знаем, начиная от Ивана Грозного. И если говорить до Миклуха Маклая-младшего, старшего до Миклуха Маклая-младшего, то я являюсь двоюродным праправнуком. Это означает, что наша ветка российская идет от линии Сергея, старшего брата Николая Николаевича. Именно Сергей является моим прямым прапрадедом. Поэтому его сын, он был и жил в Санкт-Петербурге. У нас есть было имение в Малине на Украине. Сейчас там колледж находится в этом имении, да, небольшом. То есть относительно небольшом, конечно же. И если колледж, если люди могут там все учиться, наверное, большое все-таки было. К сожалению, я его не посетил, мои родственники, родители были там не раз, я надеюсь его посетить. Но семья всегда жила в Санкт-Петербурге, а Николай Николаевич сам родился в Новгородской земле, поэтому мы к этому тоже имеем отношение. Носителей фамилии у нас немного, вот по моей ветке, соответственно, есть носители фамилии, Миклух, скажем так, больше, но не все из них носят фамилию, поскольку есть по женской линии, когда она не передавалась. Сам, как я вам сказал, Николай Николаевич, сам Сергей, его сын, он был и работал в Русском географическом обществе и сохранял архивы. Его сын, он в последующем занимался геологией, и мой конкретно дедушка, он геолог, занимающийся палеозоем, человек в Советском Союзе, один из первых, который этим занимался. И не просто один из первых, а один из самых видных ученых, профессор в Санкт-Петербургском университете. Мой отец также геолог, я не геолог, я экономист. Ну и, соответственно, ветка именно касаемая Миклуха Маклая и его родственников, она уходит к австралийским корням, поэтому мы были в Австралии и встречались с нашей семьей, с нашими кузенами. Вот Александр и Владимир, они были, Маргарет, супругой Николая Николаевича, увезены после его смерти, а он умер на 42-м году жизни в Санкт-Петербурге, там и похоронен на литераторских мостках в Санкт-Петербурге, в Волковском кладбище. И, соответственно, австралийская ветка там и живет, то есть русских австралийцев, которые уже, с которыми мы поддерживаем контакт. Вот так вот. Так, следующий вопрос. А на этой фотографии это все одна семья? Да, конечно, одна семья, разумеется. Разумеется, одна семья. Ну, вообще это нормально. То есть, если мы вспомним крестьянские семьи на Руси, то это приблизительно так же. К сожалению, сейчас, когда люди живут в небольших квартирах, то, понятно, там даже думать о такой семье невозможно. А раньше нормально. Поэтому это одна семья в Папуа-Новой Гвинее такая. Разумеется, это не только прямые ветки, прямая линия. Это кузены, это вот ближайшие родственники, двоюродные братья. Но вот те, которые ближайшего круга. Так, вот еще вопрос от Кати поступил. Но, видимо, Катя подключилась позже. Расскажите немного о себе и как вы смогли организовать экспедицию. Ну, об этом Николай Николаевич рассказывал. Ну, в конце концов, если она не успела, Катя, ничего страшного, она может посмотреть фильм «Человек с Луны». Я так помню, что и вы точно так же делились у себя им. Да. И на Ютубе, если что-то, есть у нас две версии. И фильм действительно интересный, потому что вот сейчас у нас даже запросило очень много регионов, которые показывают его у себя на телевидении, а до этого на телеканале «Культура» транслировался. Посмотрите, и уверен, что вы получите и ответы, и немножечко узнаете о наших друзьях Папуа-Новой Гвинее.
И еще одно сообщение. Спасибо за интересное сообщение. Хотелось бы продолжение лекций с точки зрения особенностей быта, технологий в поселениях, строительства и гончарного дела, производства одежды, изготовления плавсредств, обучение детей традиционным навыкам. Ну и как пожелание. Серьезный подход, и хорошо, что так, знаете, сформировано, сказали. Все это и есть предмет нашего изучения, наших исследований. Вы можете обратить внимание на нашем сайте, есть мы вот, поскольку с вами партнеры, можете обратить внимание, на нашем сайте есть некоторые лекции Игоря Викторовича Чининова, или просто Чининов вы можете набрать на нашем сайте и посмотреть, вот описание именно быта, это его специфика, то есть я, разумеется, об этом детально могу рассказать, но именно описывал в наших статьях, мы разделили именно он, и если хочется узнать прямо вот сразу же, вы можете это сделать у нас на сайте. Так, еще раз название фильма. «Человек с Луны». «Человек с Луны». Только есть «Человек на Луне», это не наш фильм. «Человек с Луны», напишите просто Микуха Маклаев, он там выйдет. Есть два варианта фильма, 36 минут и 90. Ну вот 90 минут – это режиссерская версия. Посмотрите. То есть там все детали рассказаны. Знаете, как есть версия с цензурой и есть без. Ну да. Так, и еще вопрос. Как долго живут жители Папуа и какая у них медицина? Медицина практически никакая. Значит, продолжительность жизни у них такая же, как у нас в России. Но есть один нюанс. Точного возраста они вам не скажут. У них нет паспортов у многих. И зачем это нужно? Когда я спрашивал, вот вам сколько лет? Он говорит, ну, где-то 70. А вам сколько? А мне где-то 80, а где-то 60. Но вот Асселю Тую, который вот, ему исполнилось несколько дней назад 80 лет. 80 лет. Не все, конечно, так живут. У них есть... средняя продолжительность жизни около между 60-65 лет где-то, вот такая в среднем. Но есть и старейшины, которые достаточно хорошо проживают. У них, к сожалению, есть детская смертность, поскольку нету таких комфортных медицинских центров. Но они адаптировались во многом, поэтому у них много детей. Кстати, такая же ситуация была и в России некоторое время назад, еще в том веке. Так, еще вопросы поступают. Какие особенные блюда вы там пробовали? И что они едят преимущественно? Вы знаете, они преимущественно... Вот мы вот в деревнях, где жил Маклай, и вот этих три деревни Бонгу, Гаренда, Бугумбу. Почему я всегда говорю вот именно вот там? Потому что Папуа Новая Гвинея очень разнообразная страна, и остров, и населяющийся разными и с разной культурой людей. В основном они там огородники. Вот сладкий картофель, батат, это обязательно кокос. Кокос – это просто кокосовая пальма, это кормилица. Все делается на кокосе, замачивается. Если вы едите курицу, это не очень часто. Это в основном, если вот попали, поймали, она бежала, их специально не выращивают. Яйца там тоже не куриных нету. Ну, потому что она где-то откладывает, очевидно, но никто специально не знает где. И не специально это не ищет. Вот если ты ешь эту сухую поджарую курицу, то обязательно с кокосовым соусом. Это очень вкусно, конечно же. Они вообще очень вкусно готовят и очень большие порции, но в основном они едят один раз в день. Один раз в день они едят утром и на целый день. Когда мы ели свинью, это праздник, который Микуха Маклай описывал, что они валяются, объевшись, настолько почесывая животы, что просто, говорит, я и не думал, что так можно объедаться. Так вот я наблюдал то же самое. Притом сам был участником этого же пиршества, объевшись так, что не мог даже двигаться. Порции огромные. Можно ли туда приехать, поселиться и стать членом племени? Имеется в виду на постоянной основе, наверное. Ну, тут есть два варианта. Или вам надо, значит, соответственно... Ну, первое, это все возможно, конечно, да. Вот. Смогу ли я вам в этом помочь? Наверное, нет. Вам надо будет самому
проходить эти все этапы, потому что отвечать, знакомиться, быть тем человеком, который знает их культуру, уважает, вам нужно будет самому. И насколько вам это надо? Вот Микуха Маклай это было надо, он 4 года в сумме прожил на только острове Новой Гвинеи, 2,5 года там. И они исключительно доброжелательны, они будут рады вас видеть. Но вы должны знать, как и в любой семье, если вы там живете, то вам надо будет что-то этой семье привозить. И эта семья будет ждать от вас подарков, и эта семья будет ждать от вас улучшения их жилищных условий, эта семья будет ждать от вас то, как ждет и любая семья от человека, который приехал из такой богатой страны, как Россия. Потому что для них Россия очень богатая страна. Микуха Маклай оставил хорошую, добрую память, очень богатая, очень уважаемая. Поэтому вы должны знать, что к вам так будут относиться. Поэтому с нашей стороны всегда были подарки, всегда была та ситуация, чтобы они помнили о нас. Так же, как и от Микуха Маклая, который привозил безвозмездно и бычков, и металлические предметы, и какие-то элементы быта. Например, во время нашей экспедиции, включая генератор, мы все оставляем там. Мы относимся к ним как к тем людям, которым мы хотели бы дать что-то от нас, помимо просто того, чтобы сфотографироваться с ними красиво. Поэтому это возможно, но вы должны знать, что на вас есть такая же ответственность. Если вы ее готовы нести, значит, они будут готовы также нести за вас ответственность, и вы станете частью их клана. Если вам это надо, конечно. Так, еще вопрос. А они уезжают учиться в цивилизации? Ну, учиться можно и не в цивилизации, не очень понимаю, что это такое цивилизация до сих пор. Но я вам объясню. Да, конечно, у них есть города, и очень хорошее образование. Наши 4 человека, которые оказались в России, удивили очень многих тем, что они были очень хорошо образованы. Преподают там австралийцы. Австралийцы, это была австралийская ранняя колония до 1975 года, и, соответственно, австралийцы вкладывают достаточно много для того, чтобы давать им образование, потому что до того, как это была колония, чтобы содержать людей в колониальном, чтобы содержать колонию и управлять ей, нужно давать людям меньше образования. Вот я вам должен сказать, что те люди, которые мало образованы, они, к сожалению, не очень подвержены манипуляциям. И вот слава богу, что Папуа Новая Гвинея получила независимость, и сейчас у них хорошее есть образование. И каждый, кто хочет, собирает деньги для своего посланника, который едет дальше обучаться. Все это возможно. Если школа в деревнях, сразу же отдам ответ, есть. Все ли учатся? Да, все до 5-6 где-то класса, до средней школы обучаются. Но если потом нужна все-таки семье помощь в сельском хозяйстве, в домашнем хозяйстве, то дети остаются и дальше не продолжают обучение. Но возможность такая есть. Так, какие подарки вы привозили? Инструменты? Ну, мы привозили разные, конечно, подарки. Вы знаете, начинается все в первую очередь, конечно, со свиньи. Это традиционный подарок, который нужно везти. Почему я сейчас на этом фокусируюсь, остальное вы можете как бы добавлять в зависимости от себя. Вот в предыдущий раз у меня все ребята были обеспечены мобильными телефонами, еще и видеокамерой. Несколькими, не одним-двумя. У меня там 5 человек с мобильными телефонами, сейчас с видеокамерой, с возможностью еще и снимать это все дело. Но это сделано еще и для не только для того, чтобы они этим пользуются. Мы договорились, что они будут присылать фотографии, информацию о том, как они живут. Я с ними вот сейчас на связи. Раньше такого не было. И свинья почему? Дело в том, что был однажды во время Советского Союза один из представителей Папуа Новой Гвинеи здесь. Он посетил Россию. И когда его потом спросили, вот что тебя больше всего поразило? А это человек высокопоставленный из Министерства иностранных дел. Он, вы знаете, говорит, я таких, говорит, свиней, говорит, не видел нигде. Говорит, где же ты увидел свинью? Он говорит, ну вот я был, когда в Москве, там на выставке
народного хозяйства, был уголочек, я краем глазом увидел свинью. Я, говорит, таких свиней не видел нигде. Говорит, вот это меня поразило больше всего. Потому что, поэтому для меня вот эта вот фраза, что для них свинья это очень много значит, она легла как-то, и я поэтому в первую экспедицию, во вторую это привозил. Ну, как вы поняли, это дорогостоящая вещь, вы можете купить ее заранее, уже в Маданге, или не надо везти из России. Вот, потому что любой груз, который везете из России, вам нужно будет платить за него дополнительный перевес. Вот так вот. А что еще помимо подарков? Ну, мы привозили вот в качестве гуманитарной помощи для обеспечения кабинетов русского мира компьютеры, другое оборудование для того, чтобы у них была возможность с нами иметь связь и для того, чтобы они обучались русскому языку хотя бы дистанционно или хотя бы просто узнавали о нашей культуре. Но это не в деревнях уже, это уже в городе. Поэтому берите с собой свинью, остальное все по возможностям. Да, свинья все перевесит. Одежду обязательно надо будет свою отдать, футболки и все остальное. Это сразу говорю. Как устроен дом внутри? Ой, очень просто. Вы знаете, кухонька небольшая, когда ты заходишь, внутри матрасы с антимоскитной сеткой, и все. Больше ничего. Значит, в основном они готовят отдельно. То, что кухонька, они не там готовят. Они там хранят что-то из еды, где можно, может быть, вот первой необходимости. А в основном они это потом выносят и делают, все готовят на костре. Жизнь происходит рядом с домом. Сама по себе вот жизнь. Не сидит никто дома. Дом – это место, где они спят. Он полностью практически прозрачный, потому что он сплетен, и это щели позволяют вентилироваться им очень хорошо. Но поскольку он находится на сваях, вот видите сзади на сваях, то там не достают для них никакие змеи, и вообще во время дождя тоже очень комфортно. Дожди идут там, начиная с ноября по март. Но вот, например, мы из Петербурга, вот я и два раза я был именно в сезон дождей там, три раза даже был сезон дождей в Папуа Новой Гвинеи. Так вот, он приблизительно как в Петербурге сезон дождей. Я даже был удивлен. Очень слабенький. Раньше был более сильный. Видимо, сейчас поменьше климат меняется. Но температура всегда 25-27 градусов. Мне, кстати говоря, благодаря этой температуре, вот сейчас все тут по поводу этого вируса, у них там всего, по-моему, 6 или 8 человек заболевших, которые откуда-то из внешней страны и на всю страну. Вы говорите на их языке. На каком языке общались? Общаемся мы на языке пантомима плюс английском. Вот. Они очень хорошую пантомиму изображают. Ну и вы знаете, я так скажу, вот вы же, когда знаете очень хорошо и какое-то место, куда вы едете, людей долго о них читали, иногда вам не нужен перевод, вам и так все понятно. А вот я, конечно же, когда ехал, я обо многом знал, фактически, ну, читая. Конечно, там немножечко по-другому, но очень много помогло то, что у меня были уже изначально подготовлен я и знал, как и куда еду. Мне повезло еще и в том, что я нашел человека, его зовут Степан Цергель, он из Иркутска, и он проживал некоторое время в Папуа Новой Гвинеи как миссионер от католической миссии. Так вот, я обратился в католическую миссию и попросил, чтобы он помог нам. И они предоставили его в качестве переводчика, который переводил с местного языка на русский. Это было в первый раз. А во второй раз уже мы общались на английском языке, плюс некоторые местные слова, которые, разумеется, были известны. И Микуха Маказе писал до этого 350 слов. Кае, Диндьюнам, Николай. Вот, например, здравствуйте, меня зовут Николай. Джамбля-бле и все вот эти вот приветствия. Это все, как бы, разумеется, я знаю. Так, ну и просят, расскажите немного о фонде Миклуха Маклая. Вы знаете, фонд Миклуха Маклая имеет основную миссию сохранения традиций уважения к культурам народов мира.
Вот это то, чем мы занимаемся. Преимущественно наш фокус это на проведение экспедиций, поддержка этих экспедиций и двусторонние контакты в культурной и гуманитарной связи между Россией и Папуа-Новой Гвинеей. Сюда можно включить и наши экспедиции, и наши культурные мероприятия, и мероприятия в то же время, если мы говорим о сохранении традиций. На примере вот Папуа-Новой Гвинеи, я бы вот пропагандировал сохранение традиций у нас в России, которой у нас немало. А на примере, например, нашей российской культуры мы проводили, обучали и проводили Дни российской культуры в Папуа-Новой Гвинее. Мы делали документальные фильмы, и эти фильмы сделаны не только на русском языке, и на английском. То есть я имею цель все-таки сделать, чтобы фонд был, фонд является сейчас мостом между Россией и Папуа-Новой Гвинеей, потому что, несмотря на то, что мы общаемся вот так вот хорошо в деревнях, мы точно так же хорошо общаемся и с премьер-министром этой страны. Я знаю основателя государства Майкла Самара и предыдущего премьер-министра, я знаком хорошо, и нынешнего премьер-министра. То есть мы стараемся выстроить отношения, не только узнавая о быте наших стран, народов, а и укрепить действительно связи, которые были бы и на высшем уровне точно так же. Вот. В Папуа-Новой Гвинее нас очень уважают, потому что мы не чураемся жить в деревне. То, как мы жили, и то, как мы проводим время, и то, как мы и что мы сделали, для многих папуа-новых гвинейцев, кто живет в городе, очень удивительно. Они считают нас героями. Вот так вот. Огромное спасибо Николаю Николаевичу, благодарности в чате вам пишут. И еще я хотел бы добавить всем участникам, кому необходим сертификат о том, что вы участвовали в нашей сегодняшней лекции, прошу на почту, которую я вот сейчас в чате указал, прислать пустое письмо, в теме письма поставить дату сегодняшнюю, то есть 23.05.2020, и в течение 2-3 дней вам будет отправлен сертификат. Ну, у нас как раз прошел целый час. Я думаю, нужно завершать нашу замечательную лекцию. Огромное еще раз спасибо Николаю Николаевичу. Крайне познавательно и интересно. Спасибо также всем участникам, что сегодня к нам присоединились. Да, я хотел бы поблагодарить от себя и от своей команды вас за регулярные вот такие вот мероприятия. Это очень много значит и важно. И тех участников, которые сейчас нашли время. Поэтому большое вам спасибо еще раз. Все, спасибо. Тогда мы закрываем запись и останавливаем конференцию. Всего доброго всем. До свидания.